Жду поезда в Хвалянь. В общем, это традиция. Это тайваньская традиция при огромном количестве ресторанов найти один, в который какой-то там хрючево, короче, продается, и они будут стоять под солнцем вот такой толпой. Вокруг все свободно, вокруг, короче, есть десятки других мест, где можно пожрать. Они будут вот стоять, упираться. А мы, кстати, среди них, да. Жесть. Что ты, Алишер, думаешь об этом? Я думаю, блядь. Ага, вот пошла. Пошла нецензурная лексика. Да, нормально, ничего. Ну вот начинаются красоты. Мы находимся в Тароко. Это место в уезде Хвалянь. Здесь находится национальный парк, который впервые был открыт в 1937 году во времена японской оккупации. Потом, после поражения Японии в войне в 1945 году, парк был закрыт и снова открыт в 1968 году. В этом парке находятся 28 горных вершин выше 3000 метров и порядка 10 пешеходных троп. Каждая тропа уникальна и специфична, и за один день все их посетить невозможно. Вот сегодня мы идем по тропе, которая знаменита наличием водопадов, и предположительно на участке, ну, впереди, на участках впереди будут находиться места, где нужно будет проходить. We'll be right back.
уже поливает водичка. Здесь уже есть дождичек. Ой-ой-ой. Вот многие люди снимают обувь и идут босиком.